Всем привет, дорогие друзья, и снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Сегодня хочу поделиться обалденным, вкусным и легким, и в тот же момент очень питательным завтраком. Готовлю уже несколько дней, реально очень вкусно, очень ароматно и очень красочно. Поехали. В первую очередь займемся нарезкой овощей. Просто нарезаем на кубики. Лук также кубиком нарезаем. Также понадобится пару зубчиков чеснока. Раздавливаю и нарезаю. Отправил сковородку на плиту, добавляю немного масла и отправляем жарить лук и чеснок. Жарим до румяного цвета. Перец я очистил от семян и также нарезаем все кубиком. Как только лук слегка поджарился, подрумянился, отправляем кабачок. Теперь жарим кабачок с луком примерно около 2-3 минут. Пока жарится наш кабачок, быстренько разберемся с помидоркой. Помидоры нарезаем кубиком. Прошло 3 минуты. Отправляем кабачок. Кабачок, говорю, перец. Не забываем перемешивать. И буквально через 1 минуту отправим сразу же помидорки. Отправляю хорошую щепотку соли. Перемешиваем. Огонь у нас всегда средний. Примерно чайную ложку сахара. Также добавляю из специй базилик, перец чили, свежемолотого черного перца. Перемешиваем. Наши овощи уже стушились. Пробуем на соль, на перец. Если чего-то не достает, добавьте. Обязательно пробуем. И после только того, как попробовали, будем отправлять последний ингредиент. А последний ингредиент — это у нас яйцо. Делаем такую небольшую выемку и отправляем сюда яйцо. И накрываем крышкой буквально на 2 минуты. Самый любимый мой момент, когда все уже готово и можно пробовать. Как же это вкусно, друзья. В
готовьте вместе со мной. Мне очень приятно. Не забываем этим рецептом делиться с друзьями, не забываем комментировать, а также подписываться, кто не подписался. И не забываем подписываться на мою страничку в Инстаграм. Всем пока!